Странно. Ва. Странно. ПК. Не Ханец? Необычно они сделали все тут. Если что, не у меня микрофон фонит, это так в игре. Найти оружие. Kind is dead. Вау. Странно. Вау. Что у меня с рукой, можно спросить? Вау. Нет, слишком резко, неожиданно. Одно я просто присяду, пройду. А, вот это прикольно. Эффект. Как немного это проблемно сейчас. Я в ту сторону иду. О, магад. Понимаю. Я буду сюда идти, вот всё прикол. Вау. Ультра килл. Это гибус. Эй, кулаками. Пистолетом. Чекпоинт. А подбирать надо что-то? Нет. Вообще очень какой-то. Не, он мне подамажил. Ладно. Так, здесь сколько у меня патронов? Бомба. Вот этот гельмис. What the fuck? Чем-то думал, например. Вау. Вы видели, как это замедление времени было? Так, не опыт.
пальчики закрываются, там... Да она сни... А, я понял, надо открыть, типа, давай попробуем. А, пиздец. А, пиздец такой. А, они сразу два пускали, только один и два, вот надо было. Я нашел контр, что... Ну ладно, это чекпоинт будет. Да! Он опять подбит. Неплохо, чего не кричат? Чекпоинт. Эй, я ничего тут не вижу. О, это босс! Было сложно. А, все, конец уровня. Это был только первый уровень, неплохо. Мне даже бэд дали. С. А, ну я все. Все. Стиль. 0 из 5 секретов, это плохо. Ни одного секрета не нашел. Что это? Weapons. Это прикольно сделано. Это бета-тестовая игра, если что, кто не знал. О, меня хватает на следующую пушку. Но это демо, понятно. А, револьвер, да, понятно. Бэк. Энимис, что? Ну ладно, давайте я себе куплю. А, на Е, я на единичку двоечку нажму. Ой, просто единичку. Что? Она дамажит или она привлекает? Я уже стрелять начал. А, прыгнуть, кстати. А, я понял, смотрите. Я упал. А, ну у нас она уже есть, все видно. Ой, рано. Ты откуда здесь? Не, сувай попадать по монетке, смотрите. Я промахнулся сейчас, давайте еще раз. О, а! Так, здесь монетки нельзя скидать. Так, здесь сейчас будет босс. Ой, мини-челикс это. Ну как сильный он с одной. Неплохо. Что?
Странно, я просто тут ничего не вижу. У меня яркость какая-то. Я чуть не упал, оказывается. Не, это черное оружие, интересно, но это как-то без пьяна. Иди здесь кто-то ходи, вот в чем проблема. Не пускает. Чекпоинт. Вау. Наверное, есть какой-нибудь. Нет. Здесь нет секретов. Ладно, забейте. Это точно было, видно. Блин, ну, типа, я ж не все прошел. Если мне сейчас дадут за килу с не S, это значит, что да. Не сделать. Эй. Ну, рестарт плюс 500 пи. Бед засекнутый контур. Странно, я так и не понял. Мне добавилось катана? Нет, только револьвер. А что с тренингами, если она не включается? Ладно. Я ничего не вижу. Тише. Знаете, тихо, я даже не так. Я думаю, кстати, это дамаг что-то. Ну ладно. Я нажимаю газ, чтобы всего отбить сюда. Контратака. О, это мини-босс. Это уже не видел. Это снова здесь проходит. Ну я просто, у меня разрушительная сила слишком большая. Сейчас пройдем уровень, и на этом мы, наверное, закончим. Ой. Как это открыть? Типа не хватает силы, я понял, ладно. Как мы тогда можем открывать эти секреты, если мы не можем их открывать? Надеюсь, там будет какой-то секрет. А, туда же пройти нельзя, окей. Да, ну это противник. Ни хрена он пилит. Да, я уже. Ты только с этим можешь справиться. У него еще и какой-то дробовик. Что-то купили.
получается. Я промахиваюсь. А это сложный босс. Он сразу же уже тысячу упреждения просто берет, а я думал, сейчас на второй стадии будет, и мне капец будет. Блин, я походу мог катану как-то получить, или мне кажется. А я обратно хочу вернуться. А, я понял, это есть. Ничего с этого ничего. Долгая лестница сейчас. Я сам себя так кнопку. Что не бывает? Ладно, так и бывает. Так нормально. Не, он не подсад моему стилю. Почему не подбирается проблемы? О, за я нет. Так, здесь нельзя так делать, понял. Давайте поменяем, хорошо. Смотри, некоторых может просто голым так? Нет, сюда точно не надо. Вау, где я? Я нашел первый секрет. Я думал, это телепортировать меня куда-то будет. Я и в прошлый раз подумал, что я телепортируюсь. Это был просто секрет. Что? Думаю, что это будет босс? И теперь он без этого. О, нет, это оружие не подходит. Я возьму это и попрошу так. Он теперь еще даже более прямая линейка. Где он? Нет, он неплохие могут делать. Вот этот куда от него? Я от него легко убрать. Вот этот неплохой, но кто-то брать. Фух, ну, сейчас, кажется,
Да, у меня катана, да. Я катану снова. Если они сейчас идут... Я слышу его? Дайте мне забрать. Я готов. Не знаю, что угодно сделать. Фак, ладно. Сейчас не катану, это будет конец. Выходите, у меня рука. Та-да-да-та-та. То есть, может, этот лучше будет? Мне кажется, пам-пам-пам будет неплохо. Ну ладно, давайте заценим другую. Офиг. Всем смысл этого. Оружие. Ладно, всем пока, с вами был Vortex CD. Это была игрушка Rainbow Six, или это как-то так. Ультра Kill Demo перепутал, извиняюсь. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.